Я прыгнула с высоты 800 метров и не разбилась. Это был мой первый прыжок с парашютом. Если вы тоже хотите испытать незабываемые эмоции и научиться летать, то следующий материал для вас. Прыжок с парашютом – это некая галочка, которую ставят многие люди, преодолевая страх высоты или свободного падения. Сделать шаг из самолета в воздушную бездну придется на высоте от 500 до 800 метров, в зависимости от погодных условий. Здесь главное решиться, все остальное будет сделано за вас. Круглый десантный парашют D-15 раскроется сам. Сейчас мы с вами идем к месту проведения инструктажа. На данном этапе сегодня плюс 36, но это не совсем холодно и не совсем прохладно. Инструктаж проводит Васильева Татьяна Владимировна. Инструктаж в себя включает все те вопросы, вот, которые мы с вами оговаривали. То есть это безопасность, это действие в особых случаях. Что из себя представляет купол, что из себя представляет подвеска, то есть все те первоначальные знания, первоначальные данные, которые должен знать человек, решивший совершить свой первый прыжок с парашютом. На инструктаже новичков еще учат правильно приземляться. До прыжка парашютистам измеряют давление и забинтовывают лодыжки для укрепления хрупких костей. Прыжок совершается в специальной форме, которую надевают поверх вашей одежды. Приветствуются кофты с длинными рукавами, спортивные штаны, кроссовки с плотной подошвой и высоким задником, либо берцы. Просто выпрыгиваешь, и первая в голове мысль: «Зачем я это делаю?» И ты просто прыгаешь и начинаю считать, 501, 502, я не успела даже до трех досчитать, как дернулся парашют, и сразу вот это ощущение, что все, парашют открылся, я в безопасности. И вот как только срабатывает вот этот вот щелчок, и сразу в голове такое: вау, я прыгнула с парашютом, я вижу с такой бешеной высоты эту землю, здесь так красиво и так круто. И тепло, и свежо, и вот земля приближается, и ты видишь, как другие парашютисты только что прыгали. И эмоции просто обалденные. Ты чувствуешь, что ты живой. Прыгать ли с парашютом решать прежде всего каждому самостоятельно. Это экстремальное развлечение. Возможно, эти секунды свободного падения не перевернут всю вашу жизнь, не изменят представление о ней, но совершенно точно будут незабываемы.